Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эммануэль Макрон, в ходе встречи в Форте-Бригансон обсудили региональные конфликты, в том числе Карабахский конфликт. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры были насыщенными, конструктивными и доверительными. Затрагивались многие региональные конфликты, Балканы, Карабах, достаточно серьезно говорили по климату, много про освоение Арктики, в этом французские компании принимают участие, уточнил он. Все это можно охарактеризовать как очень насыщенный с точки зрения содержания, весьма конструктивный и доверительный диалог, продолжил Песков. Лидеры сверили часы по основным вопросам двусторонней международной повестки, передает ОК. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустили новые видео.